сдал нормативы, доказал профпригодность. Сотрудники правоохранительных органов приступили к сдаче очередной аттестации. В этом году программа проверки несколько видоизменилась. Добавился еще один вид – полиграфическое исследование. На выполнение упражнений 12 секунд. Внимание! Огонь! Успеть за 12 секунд поменять магазин, 6 раз выстрелить и обязательно попасть в цель. Зачет по огневой подготовке – первый норматив, стоящий перед сотрудниками подразделений по борьбе с наркобизнесом. После – проверка физической подготовки и знаний нормативно-правовых актов. Для оперуполномоченного Тимура Альмуханова это первая аттестация. Так как мы каждый год, каждый семестр на учебе сдавали все эти экзамены, из-за этого у нас аттестации там не было. А в этом году как молодой сотрудник, я первый раз пришел. Ну, есть немного волнения, как сказать, тем более первый раз сдаю. И, как говорят мои старшие коллеги, это сложное в этом году сдавать. Из-за этого немного я волнуюсь. Когда сотрудники действительно волнуются, так это перед проверкой на детекторе лжи. Полиграфическое исследование, как часть аттестации, введено с этого года. Позволяет по пульсу, ритму сердца и частоте дыхания узнать, есть ли у представителей органов внутренних дел, что называется, скелеты в шкафу. Иногда сами бывает, слышите в новостях, сотрудники правоохранительного органа допустили то или иное правонарушение и... В целях недопущения таких фактов принимаемые кандидаты в органы внутренних дел проходят полиграфологическое обследование. В целях выявления тех или иных качеств сотрудника. Не менее важный норматив – уровень физподготовки. 3 года назад во время внеочередной аттестации бег на километровую дистанцию и выполнение силовых упражнений подпортил карьеры некоторых сотрудников правоохранительных органов. В случае, если не сдаст нормативы, сотрудник, согласно методическим рекомендациям, не допускается к собеседованию. В дальнейшем его направляют на повторную аттестацию. И на повторной аттестации, если он опять показывает плохие результаты, решается вопрос о его дальнейшем пребывании в органах внутренних дел. Аттестация позволяет улучшить кадровый потенциал органов внутренних дел, а также очистить ряды от непрофессиональных сотрудников, неоднократно подчеркивали в Министерстве внутренних дел. Процедура проверки на профпригодность в Казахстане проходит раз в 3 года. Анар Жуманова, Абласий Убек, 24 KZ, Астана.